Мексиканский полуостров Юкатан изобилует пещерами, подводными реками, а также сенотами, которые образуются в результате обрушения свода известняковой пещеры. Такие естественные провалы служили древним майя источником воды, и там же они проводили религиозные ритуалы. Мексиканские антропологи и географы вместе с Министерством культуры Швейцарии займутся сохранением и исследованием 6 сенотов. Все найденные артефакты будут сканировать и выкладывать изображения в интернет. Посмотреть их сможет любой пользователь. Это гарантирует, что у нас будут точные копии, а не фотография, и мы сможем их изучать. С другой стороны, эта привлекательная технология поможет пробудить интерес к нашему проекту у школьников и студентов. Нам интересен этот проект, потому что он касается традиций, истории и археологических исследований. В то же время с помощью современных технологий можно поделиться открытиями с широкой публикой. Майя считали сеноты священными и называли вратами в царство мертвых. Самый известный сенот находится в древнем городе Чичен-Ица.